Уважьте старого колдуна, мой король. Ваш отец меня очень уважал, как и его отец. Давным-давно метеорит упал на нашу Ваканду. Она была неразвитой страной, а группой воюющих племен. Метеорит объединил их, ведь в нем содержался особый металл — вибраниум. Вибраниум создал Ваканду. Мы стали развиваться, дали отпор внешним врагам, обратились к своему прошлому и к нашей пантере. Вы победили дядю, чтобы стать черной пантерой, но вы родились королем. Не каждый справился бы. Не каждый получает благословение Баст. Тяжелым решением было закрыть границы Ваканды, когда погиб ваш товарищ. И я не спорю с этим. Но теперь все иначе. Вы не представляете, как далеко эти люди зайдут, чтобы получить желаемое. Улискло несет с собой зло и разрушение, а также искажает вибраниум, сердце Ваканды. И это зло распространяется. Лишь один воин может ему помешать. Вы. Все чисто? Чисто. Ставлю новый заряд. Сердце мое, ты его отпустил? Да, Акоя. Пока да. Но ведь он же предупредит остальных. И все равно они будут в проигрыше. Он приведет меня к своим товарищам, а затем и к своему командиру Кло. Спасите! Близко!
Со мной! Сколько раз мне придется преподавать им этот урок? Это Черная Пантера! Ты совершенно прав. Отлично. Вы учитесь. Я разобрался с их лагерем. Ищу данные. Мне сообщить принцессе Шури? Она получит отчет после завершения операции. Чертежи какой-то звуковой пушки. Клон нацелился на щит над городом. Мне нужно добраться туда первым. Это был туннель к Бирнинзана? Я иду туда. Этими взрывами они пытаются продемонстрировать свою силу. Тогда покажи им, как они слабы на самом деле. Искаженный вибраниум. Изучу образцы, когда вернусь. Thank you.
Сюда нельзя, котенок! Ты об этом пожалеешь. Мы задавим тебя числом. Покажите ему все, на что способны. Вас все равно слишком мало. Эти варвары испоганили все, к чему прикоснулись. Они не уважают историю, не уважают природу. Мы все восстановим, а они будут уничтожены. Я тебе обещаю. Сюда нельзя, котенок! Ты об этом пожалеешь. Мы задавим тебя числом. Покажите ему все, на что способны. Вас все равно слишком мало. Меня зацепило! Убирайтесь отсюда! Получай! Выходим из фланга! Целит по врагу! Убирайся, пантера! За Ваканду! Ha!
дерьмо. Сразись со мной! Все кончено. Я могу прислать самолет, чтобы перебраться через обрушенный туннель. Нет. Отправь людей к щиту. Люди Кло пойдут туда. Я найду другой путь. Что? Путь, о котором ты не рассказал, Дора Милаш? Сейчас рассказываю. Весьма неохотно. Тебе понравится Акоя. Эту тайну передали тебе предыдущие черные пантеры? Да, но не так, как ты думаешь. Обошлось без путешествий в Джалию. Просто дядя показал ее своему племяннику. Обещай, что дашь мне шанс поквитаться с захватчиками. Мне нравится, как ты горишь своим делом, ненаглядная. Разумеется. В самом деле, Акоя, искаженный вибранием добрался и до этой области. Почему он движется так быстро? Пока не знаю. Его надо уничтожить. В каком состоянии его что-то защищает? Один есть! Yeah.
Это непоправимый ущерб. Надо действовать быстрее. Искаженный вибраниум уничтожен. Люди Кло под контролем. Пора показать мою секретную тропу. Этот вид никогда не надоедает. Надо признать, это было здорово. Не каждый день меня хвалит военачальник Дора Милаж. Принцесса Шури знает об этом проходе? Знает. Все потенциальные черные пантеры про него знают. Я не был в этой пещере с тех пор, как тренировался здесь с дядей. Как будто в прошлое вернулся. Помню, я сломал ее, когда искал, как попасть внутрь. Взрывчатка никогда до хорошего не доводит. Баст пожирает души тех, кто вторгается в Ваканду. Она всегда защитит нас. Странно вернуться сюда черной пантерой. Мой дядя сделал все, чтобы подготовить меня к встрече с такими людьми, как Кло. Надеюсь, я его не подведу.
Еще одно испытание для будущих черных пантер. Сколько часов я провел в этом зале, сколько синяков набил. Да, вот это я помню. Хорошо, идем дальше. Не то. Отлично! Жаль, дядя меня не видит. Не так. Дядя Сиян постоянно менял эту загадку. Правильно. Открыто. Наконец-то.
Когда Шури стала постарше, она приходила сюда и была рядом. Но в конце концов, мне выпал жребий бросить вызов дяде Сияну. Я как будто соревнуюсь с собой из прошлого. Интересно, что бы об этом сказал дядя? Очевидно, Улис Кло считает себя специалистом в технике. Звуковая пушка. Наверное, это единственное, что может разрушить щит Ваканды. Я и представить не мог, на что он пойдет, лишь бы заполучить вибраниум. Помню, как на этой вагонетке ставили современное оборудование. Дядя особенно оценил, что на вид она осталась такой же, как и 1000 лет назад. Что во имя Баст? Эти отверстия не прокопали, их просверлили каким-то острым буром? Вот кто портит мою пещеру. Yeah.
В этом зале тренировались будущие черные пантеры. Как же его осквернили. Кло и его приспешников необходимо остановить. Если бы вибраниум не облагородили тысячи лет назад, любой проходящий мимо него сегодня менялся бы необратимо. Шенга хотел, чтобы каждая черная пантера помнила, почему получила свой титул. 10 тысяч лет назад племена Ваканды вели междоусобные войны. Затем метеор с вибраниумом упал на землю. Этот метеор стал насыпью вибраниума, которая возвышается над Золотым городом. А внутри насыпи растет сердцевидная трава, подарок от самой Баст. Шенга съел сердцевидную траву, и Баст одарила его силой черной пантеры. Акоя, я вышел. Чала, где во имя Баст тебя носила? Шури? Мстители? Кто пустил чужаков в небо Ваканды? Я! Люди Кло добрались до границы города, а тебя не было! С мстителями я разберусь потом. Сначала надо отключить звуковую пушку Кло. Кое, пусть Дора, Милаш и Мстители возьмут на себя людей Кло. Отвлеки их внимание от утеса. С ними мы разберемся. Но если щит падет, они тебе помогут. Остановите его! Не дайте добраться до пушки! Я справлюсь, сестра. У нас мало времени. Скоро они прорвут щит. Я должен спешить. Ah!
А кое? Пусть Дора, Милаш и Мстители возьмут на себя людей Кло. Отвлеки их внимание от утеса. С ними мы разберемся. Но если щит падет, они тебе помогут. Остановите его! Не дайте добраться до пушки! Я справлюсь, сестра. У нас мало времени. Скоро они прорвут щит. Я должен спешить. Значит, Кло не преувеличивал. Эй, котеночек! Что дальше? А теперь представься. Кроссбоун к вашим услугам. Вам как, больно или очень больно? У тебя всегда язык так хорошо подвешен. Нет, для тебя, котеночка, так стараюсь. Странный выбор последних слов, Кроссбоунс. Давай, давай! Это просто умора! Он защитил пушку. О-о-о! Боюсь, у тебя ничего не выходит! Мне это нравится. Долго собираешься этим заниматься? Ну.
Похоже, ты можешь защищать только что-то одно. Моя пушка лишена защиты. Желаешь. Я не позволю тебе это сделать. Его во всяком случае умеешь. Один есть, один остался. Шури, Окоя, с пушкой я разобрался. Но в другой раз. Окоя, жду мстителей во дворце. Ну и пожалуйста. Опустите оружие и поднимите руки. Мы пришли к королю Чарли. Славно. И он тоже хочет вас видеть. О-хо, у нас проблемы. Вы пришли. Король Чела, принцесса Шури, мы не знали, что им шло за нами. Если б знали... Вы понимаете, почему моя страна так интересует Аим? Вероятно, потому что мы украли у них очень мощное оружие, а другое уничтожили. А, ясно.
Если вас это утешит, то это не вы привели Аим к нашим границам. Они уже давно к нам лезут, словно мухи. Вы знаете об искаженном вибраниуме? Что он делает с людьми? Сейчас мы работаем над лекарством для пострадавших и пытаемся понять причину. Только вот, откуда вы узнали? Он появился за пределами Ваканды. Это плохо. Значит, Улисс Кло опаснее, чем мы предполагали. Он возглавляет Аим здесь. А также, по нашим данным, он замешан в торговле вибраниумом на черном рынке, как его отец. Но вы спокойны. Пугает его ультразвуковая технология, разрушающая любой предмет на вибраниуме. Даже наши щиты и сканеры. Но мы найдем Аим. Я это обещаю. Мы считаем искаженный вибраниум плод этой технологии. Ну, значит, мы вовремя. А, предлагаете помощь? Нет, вашей просим. Так как Аим замешана, мы поделимся информацией, если нужно. Но вибраниум — это ваша епархия. Отметьте точки с искаженным вибраниумом вне Ваканды. Надо понять, где он находится, и разработать дисперсионный метод лечения. Сделаю. Осмотрите здесь. Увидите, что мы уже успели сделать для борьбы с Кло и Аим. Мы будем вам полезны. Эй, капитан Роджерс, вы не зайдете ко мне в лабораторию? Увидите ее справа. Уже иду.